Я знаю, вы меня так долго ждали, вообще. Так долго ждали. Всем привет, олимпийские, я вас не слышу. Ну, вначале пару слов про ковид, новости спорта далее. Я вам сейчас такое расскажу. Ребята, ребята, вы просто, вы серьезно, такого вы не слышали. Короче, вопрос тоже дня. Как будет называться женщина Барса? Барсучка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, стоим. Отлично. Не-не. Мамулька, привет. Тебе удобно разговаривать? Ну, давай говорить. Я просто звоню тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю. А с чего бы это вдруг? Ну, просто захотелось позвонить и сказать тебе. А ты уверен, что все просто? Конечно, ты не пугайся. Как это не пугайся? Сыночек, у тебя все хорошо. Да все хорошо, мам. Да, давай скажем, ты же болел? Нет. Отвечаешь. Раза два в неделю. А мозолей там нету? На тертости нет, на топтыше что-нибудь такое. Вот это после матча с Уфой? Ладно. Не разбей, не разбей. Говорят, одежду шьет. Занимается стрипней какой-то. Кул, бро. Говорят, одежду шьет. Говорят, одежду шьет. Занимается? Занимается стрипной кокошта. Говорят, одежду шьет. Занимаешку стрипной кокошта. Бэнкс. Его глаза — это свет. В дальних нет его. Эдик, я говорил тебе, не езжай в Таиланд. Эдя. Чё, где девчонки? Все рассказывали байки, что этот остеопат настолько тиран, что Саше Будько шпору в пятке как бы вдавил обратно.